Сегодня действительно волшебный вечер. Мы благодарим с моим драгоценнейшим супругом за такую волшебную встречу, за такую предоставленную возможность сегодня быть с вами здесь на такой большой масштабной встрече друзей. Ну что, представлюсь. Меня зовут Есения Ахамбаева Чаньян. Сама проживаю в городе Караганда, Казахстан. Мне на сегодня 36 лет, родные сердца. И вы знаете, на самом деле сегодня мы говорим о новой индустрии, о новой методологии, которая сегодня действительно меняет судьбы многих людей, тысячи уже людей, и результатов очень много. И вот сегодня как раз-таки та методология, которая коснулась и моего сердца, сегодня как раз-таки я с вами буду делиться своей жизненной историей, благодаря которой все изменилось на много-много градусов, не буду говорить 360, 180, да, чтобы не возвращаться, просто на действительно поворот судьбы. И вы знаете, на самом деле все не просто так, потому что жизнь на самом деле очень проста, но каждый человек судьбоносно в своем процессе, он почему-то это все усложняет. И мы, и каждый я, да, в том числе. И вот сегодня, когда я попала в методику Superjump, это действительно взрослая педагогика, сегодня здесь обучаются, конечно, не только взрослые, но уже и подростки, и дети. Для нас это большая награда, для всех ведущих интеллект-тренеров. И сегодня я уже являюсь ведущим интеллект-тренером Всемирной ассоциации нашей взрослой педагогики интеллект-тренеров Superjump. Но до этого не всегда так было. И до этого, конечно же, был обычный стандартный процесс моего жизненного уклада. За моими плечами вообще 14 лет уже как предпринимательская деятельность, 14 лет, как это где-то параллельно все происходило, 14 лет, как я в MLM-индустрии, каждая эта сторона, она меня чему-то научила. Одна научила любить, другая научила действовать. И вот как раз-таки сегодня, когда я пришла в методику Superjump, произошли абсолютно другие события. Мы знаем, и вы знаете, я как духовный практик на протяжении уже 5 лет постоянно задавалась вопросом, кто я, куда идти, не могла себя найти, не могла даже понять, почему я родилась в этой семье, в которой я проживаю, почему я живу в этом городе, в котором я живу. И действительно, у меня было очень много различных вопросов. Потеря себя, особенно вот последнее, когда у меня ушел папа из жизни, действительно, это была тяжелая утрата, которая несла за собой самобичевание, то есть я реально этим занималась. И вы знаете, произошел квантовый скачок в моей жизни, потому что я ушла в духовное пространство, начала изучать как веда-нумеролог и вообще много-много знаний, с которыми я соприкасалась. И вы знаете, был такой процесс, когда даже я принимала свою личность на протяжении 3 месяца, вся в слезах, потому что я думала, неужели это все правда, неужели это все реально я, и это творится со мной. И вы знаете, каждому человеку, я думаю, всегда в жизни что-то хочется улучшить, всегда в жизни хочется что-то понять, но когда ты чего-то теряешь, особенно теряешь цель, надежду, да, какую-то мечту, то еще тебя не понимает окружение, особенно твои близкие, то, конечно, ты начинаешь терять себя по кусочкам. И вот, как говорят, песок начал сыпаться. Мои 35 лет в то время начал сыпаться песок. В 2022 году, после очередного закрытия своего отдела, я занимаюсь ручной работой, все, что связано руками, 1 месяц в году, последние несколько лет, и мне это создавало такое удовольствие, потому что, понимаете, в этом процессе я создаю праздник, и каждый человек, особенно дети, приходят и меня благодарят. Для меня это была награда. И я не могла даже понять, понимаете, столько вопросов было, потому что крик души где-то вот, душа просит, но ты не можешь понять, почему тебя к этому тянет. И вы знаете, вопросов было очень много. Когда наступил январь 2022 года, в том году, я просто, можно сказать, не знаю, что такое депрессия, конечно, но я целый месяц провалялась в постели. Моя чудесная, реально провалялась в постели, ничего не хотела, предлагали очень многие проекты,
как лидеру, да, уже высокого масштаба, но я уже ничего не рассматривала. У меня был только один запрос. Я хотела быть полезна людям, я хотела себя максимально масштабировать, и действительно мне хотелось в первую очередь ответить на все свои вопросы, потому что вопросов к мирозданию было очень много. Что произошло? В марте месяце после моего дня рождения плачевного, потому что я все свое день рождения проплакала, представьте, да, три сферы нарушены, жизненной энергии не было вообще, три сферы были нарушены, которые касаются нашей жизни, нашего бытия, это отношения, здоровье и деньги, и вот здесь у меня была везде брешь. Отношений не было, хотя было очень много поклонников, и мне все говорили: «Сеня, ну что ты, тебе уже столько лет», мне даже называли старухой, «давай, старуха, уже выходи замуж». Вот. И вы знаете, я всегда говорила, что я жду своего человека. Я жду своего человека. Все равно надежда где-то таилась, вера была. И я благодарю, что только на этом зачатке я шла дальше. Что произошло? Финансовое соотношение шло к нулю. Это 100%. Ну и, конечно, начало хромать очень сильно мое здоровье. Это стабильные процессы у врачей, хотя я не люблю, у меня сама мама медик, акушер-гинеколог, и постоянно, вот знаете, что бы ни произошло, всегда антибиотик. Но когда я стала зарабатывать сама, конечно, я стала обращаться, почему в MLM-индустрию обратилась? Потому что поддерживала максимально свой организм, чтобы не обращаться к медикаментам, в целую медицину, которая работает чисто по протоколу. В моей жизни было очень много просадок. И вы знаете, когда у тебя три таких основных сегмента, и они в полных дырках, то, конечно, тебе уже, ты не знаешь уже, что делать. И в марте месяце, 24 марта 2022 года, в мою жизнь врывается методика Суперджамп. Вы знаете, на самом деле она меня выбрала, я за это благодарю, что именно по этому запросу, в этот период времени она действительно была и коснулась ко мне. Это через моего друга, который мне передал такой волшебный путь. Когда я пришла впервые на методику Суперджамп, на такую же гостевую встречу, все такие сидят, улыбаются. Я такая думаю, что происходит вообще? Что так можно? Что за еще? Это был Алексей Квашнин. Я такая думаю, он еще поэт. Я думаю, что вообще происходит? Главтренер еще так вещает. Думаю, что это вообще какое-то актерское здесь мастерство. Мои интересные, честно, у меня было два чувства. Одно, мне безумно это понравилось, я думаю, что-то здесь такое привлекательное, да, но я не могла понять, что это такое вообще. С первого раза не все понимают, кстати, что такое наша методика суперджамп. И когда тебе говорят там про прыжки, да, суперджамп, это суперпрыжок к самому себе, в первую очередь мы совершаем здесь реально квантовые скачки, мы не качаем здесь мышцы, мы не качаем здесь никакие бицепсы, трицепсы, а самую главную мышцу, это наш интеллект, да, уровень интеллекта, даже не буду говорить мозг. И второе у меня было такое, что я думаю, ну что-то как-то все наиграно, и непонятно. Но меня это все воодушевило, я просто сказала, что это, видимо, мое. Я покупаю 26 марта сразу мастер-интеллект-тренер лицензию, потому что я знала, что я желаю быть здесь ведущим педагогом, и для меня это действительно была какая-то изюминка, что я, возможно, нашла свое предназначение. Что происходит дальше? У каждого из нас есть мечты. Поставьте лайки, у кого есть мечты. Это моя любимая тема. Вы знаете, очень много людей ходит вокруг и говорят об одном и том же, да, есть мечты, есть желания, кто-то их утратил, кто-то говорит, перестал уже мечтать. Возвращать нужно, это состояние возвращать необходимо, потому что без мечты человек мертв, как говорят шумеры. И, конечно же, цель – это превыше всего, потому что она позволяет каждому из нас действительно двигаться вперед. Видимо, вот это состояние сподвигло на то, что когда я услышала в прямом эфире, что, ребята, любое ваше желание, мы даем гарантию, сбудется в течение 3 месяцев. Я такая, что? Я духовный практик, и мне надо это проверить. Потому что
На самом деле, когда нам говорят, что мечта может сбыться очень быстро, и ты думаешь, ну что, что реально, что ли, да? Тут не сбывается, а тут вдруг сбудется. Вы знаете, благодаря этому состоянию я решила действительно максимально приложить усилия на то, чтобы мои мечты начали сбываться. У меня, кстати, на потоке занимается очень много людей, которые тоже именно ради своей мечты, чтобы она сбылась, они здесь. Что самое главное? Состояние сбывшейся мечты важна энергия. Без энергии человек не состоится как личность в жизни. Сегодня уже родные сердца, пятое измерение идет. Я думаю, ни для кого не секрет, 8 августа оно заступило. И на самом деле, после того, многие застряли в третьем измерении. Третье измерение – это очень эмоциональные порывы, которые меняются друг на друга, но по большей части это претензии, это обиды, это предательство, это сомнения. Поэтому кто это проживает, ставьте лайки, да. Вы сегодня реально в том месте, где вам необходимо быть. Я пришла в таком же состоянии, потому что у меня не было баланса, у меня не было энергии, чтобы перейти на новый уровень своего, понимаете, масштабирование. И вот здесь как раз-таки человек без мечты, без энергии, он не состоится как личность. Что произошло? Когда я пришла первый раз на такой поток, нам сказали, то есть тренировки проходят 10 дней, и вы начинаете прокачиваться. В течение 10 дней у вас уже меняется состояние. Когда я прокачалась целый месяц, я пришла и заложила такой смысл, да, своего желания, что я встречаю идеального человека, идеального мужчину, заботу Творца. Мне было очень важно быстро выйти замуж в 2022 году, родные сердца, я не шучу, потому что все меня уже с вопросами достали, я думаю, пора мне уже встретить своего человека. Я пришла с намерением, что я уже встречаю своего человека, идеального, заботу Творца, и просто делала волшебство. На самом деле, я сейчас поделюсь лайфхаком, что нужно делать, да, и мои чудесные, только в синергии, только в огромном эгрегоре с таких же людей, которые стремятся к чему-либо, у вас произойдет все очень быстро. В этом есть секрет всей индустрии, всего сообщества методики Суперджамп. Это единство. Это тренировки, это интенсив, который мы называем круг силы, который объединяет сердца и который позволяет расти все выше и выше, прививая новые привычки. Когда я прошла первый раз методологию, у меня было сопротивление, даже все упражнения не выполняла сразу. Но знаете, что произошло? Я очень жадно прорабатывала свою мечту. Благодаря всей энергии, которой, с которой я соприкасалась ежедневно. Я с жадностью поглощала каждую гостевую встречу. И что произошло? Через месяц в мое пространство входит человек, который записывается ко мне на тренировку. Это драгоценнейший мой Мухтар Ахамбаев. Скоро вы с ним познакомитесь, он расскажет свою версию. И вы знаете, когда он пришел на мою тренировку, он мне даже писал, долго еще надо это делать. В общем, он расписался. Вот такие чудеса у нас происходят. На самом деле, родные сердца, кто сегодня блуждает один по земле, это не страшно, неважно в каком возрасте, отношения важны. Как духовный практик и вообще как человек, который как практик, я могу вам сказать самое важное. Когда у вас есть экологичные отношения в семье, когда у вас есть вообще отношения в целом, и они несут вам гармонию, они несут вам вот это волшебство внутреннего состояния, творения, особенно для женщин это очень важно, на высоких вибрациях, безусловно, любви, она творит, она восхищает, она воодушевляет, и она ведет. Понимаете? И вот как раз-таки здесь очень было важно пребывать именно в гармонии отношений. Когда у вас, родные сердца, отношения в гармонии, у вас открываются все остальные сферы жизни. Это финансы, которые начинают не пить романсы, а приходить к вашу жизнь. И, соответственно, это восстановление вашего, возможно, потерянного какого-то здоровья. Это правда. Все в синергии. И
Человеку очень важно, чтобы его любили. Согласны? Человеку важно, чтобы его ценили, чтобы его вдохновляли. И вот как раз-таки, когда я встретила такого человека, я поняла, что он сам. У нас вообще удивительная история, потому что было очень много запросов. И он приехал даже в город Караганда, находясь вообще в другой стране. И вот так вот мы объединили наши сердца. Когда, вы знаете, мы вместе начали уже прокачивать и вести методику Superjump. У нас уже шикарная команда, и благодаря вообще в целом методике Superjump у меня сбылось больше 30 мечт. Когда я слушаю своего наставника Расула Зулкашева, честь ему и хвала, когда он говорит, что у меня сбылось столько мечт, и каждый раз они у него увеличиваются, я так как говорю, что такое, что происходит вообще? Что за чудесный такой человек сидит, который там волшебной палочкой машет. Мои чудесные, хочу вам сказать, что у меня было очень много дурных привычек. Эти привычки отвалились, потому что методика Superjump, она на высоких вибрациях поднимает человека, причем в кратчайшие сроки, абсолютно. Она выводит на высокий уровень проживания, это в состоянии энергии. Плюс это ваше состояние духовного и материального пространства. Соответственно, когда вы находитесь в этом ресурсном состоянии, у вас начинает происходить все по волшебству. У нас есть очень много, одно из главнейших такое упражнение, которое со скоростью света притягивает любые ваши мечты и желания. И это действительно очень круто. Вот сегодня, кто пришел впервые на встречу, задайте себе сейчас главный вопрос, да, что бы вам хотелось улучшить в своей жизни, прямо вот в моменте здесь и сейчас. И вот как раз-таки благодаря этому периоду, когда я была наполнена дурными привычками, вы знаете, на высоких вибрациях ваши нейроны начинают меняться. Я вам как практик говорю, они начинают меняться, и здесь происходит уровень трансформации, причем очень быстрый. Вам не нужно копаться в своем прошлом. Мне это безумно понравилось. Мы не психологи, мы не коучи, мы не даем на время энергию. Мы конкретно просто восстанавливаем состояние эмоционального состояния интеллекта, на что сегодня очень важно. Когда ваше эмоциональное состояние на уровне высоких вибрациях, тогда вы начинаете дарить. Тогда вы начинаете раскрываться, распаковываться себя как личность, и вы создаете лучшую версию самого себя. 8 привычек, которым я приняла в жизнь, это методики Superjump. Каждая из них несет глубокую, глубокую глубину роста. И когда только ваши нейроны начинают восстанавливаться, ваши дурные привычки вот так вот начинают отваливаться. Понимаете, вы становитесь очень чистым, у вас происходит фильтрация вашего бытия, вашей жизни. Я, например, на своих, я как любитель родологии, но сейчас не об этом, я просто хочу сказать вам важную версию, что со мной еще произошло такое чудо, да, потому что у нас сегодня речь идет об отношениях, и я буду рассказывать чисто за отношения, хотя чудес очень много. Мы знаем, что есть уровень ДНК, гендерные события, это наши предки. И вы, наверное, слышали, вот сейчас дайте лайки, кто знает, что вот когда говорится тогда там передалось по наследству. Есть такое? Вот это все, это старая установка. То, что говорят, передалось по наследству, на самом деле нет. Мои чудесные, сегодня такой процесс в жизни, да, по мирозданию, что и повышению энергии, что сегодня уровень ДНК вы можете менять самостоятельно, конечно, с Всевышней помощью, да, то, что это все благоволит, но когда вы становитесь лучше, когда вы растете, когда вы выполняете свое предназначение, еще у каждого из нас есть предназначение, то, соответственно, вы улучшаете весь процесс своего ДНК. Я люблю приводить пример Ника Вуйчича, чтобы вы понимали сейчас, к чему я хочу это привести, хорошо? Ник Вуйчич, все его знают, да? Человек без рук, без ног. Пришел в эту жизнь, чтобы действительно отслужить по своей версии. Его поднял, знаете кто? Тот человек, который мыл полы в школе. Он сказал: «Ник, ты будешь воодушевлять людей, ты будешь поднимать людей». И представляете, реально это время пришло. Своим примером он начал вдохновлять людей. Что начало происходить?
выполняя свое предназначение, потому что где-то он не выполнял, у него что-то забрали по частям тела, хотя он был изгоем, но он, выполняя миссию свою, несмотря ни на что, его начали что? Благодарить. Понимаете, самая большая валюта 21 века – это любовь и благодарность. Его начали благодарить. Вот этот свет начал его наполнять людскими просто пожеланиями. И вот на этом фоне у него меняется его ДНК, уровень структуры ДНК, благодаря чему ему приходит красивая, шикарная женщина, пространство в жизни его, да? И у него рождаются трое деток, каких полноценных в человеческом теле. Вот это чудеса. А все почему? Потому что он отслужил. Он отслужил и служит по сей день. И вот, мои чудесные, когда я столкнулась уже с профессией интеллект-тренера, я сказала, что я хочу служить, я хочу быть полезной, я хочу также зажигать сердца. Я желаю также пробуждать, потому что пробуждение сегодня важно. Пробуждение сегодня – это первая составляющая, которая каждого человека выведет на самый волшебный истинный путь. В первую очередь, роста, энергии, счастья, да, что мы и делаем. Быть счастливыми – это самая важная составляющая в нашей версии жизни. И что произошло? Когда я начала проводить тренировки, моя шикарная команда, которая сегодня кто-то зарождается как интеллект-тренера. Это наша удивительная команда, это волшебные люди. Я думаю, в будущем вы с ними тоже познакомитесь. И, соответственно, это люди, которые начали получать результаты, понимаете? И они начали благодарить. И мое состояние начало улучшаться. Особенно у нас есть четвертое упражнение, это упражнение «Энергия природы», да? Которое дарует нам очищение, изобилие энергии и восстановление иммунитета ментального, физического. И, мои чудесные, к чему я веду? В моей жизни до моих 35 лет все говорили, что я не смогу сама забеременеть. Понимаете, да? Очень много я проходила различных процедур. Мама меня поставила на процесс, это ЭКО. В итоге проходит 3 года, меня вызывают на портал, и мне говорят, Есения, нужно пройти еще несколько операций. Я сказала, до свидания. С чем пришла, с тем и уйду. И вы знаете, происходит чудо после того, как я встретила своего ярчайшего мужа, когда у нас пошли вот эти все процессы, да, нашей благости, когда мы начали действительно выполнять определенную миссию свою, произошла награда. И по такой неожиданности, когда я узнала, что я беременна, знаете, сколько было страхов? У нас есть первое упражнение – это улыбка. Самая незаменимая, самая бесплатная, понимаете, витаминка, которая необходима каждому человеку в пространство и в дом. И когда я смеялась, я плакала, потому что у меня выходили установки, да, что страх, просто был страх. А как это произойдет, да? А вдруг что-то будет опять не так? И вот представляете, да, смехом мы просто это высмеиваем. И благодаря этой витаминке происходит реально квантовый скачок. Вся грязь метафизическая с вами, которая обиды, претензии, с которыми вы приходите сюда, она начинает отваливаться. И происходит мощнейший квантовый скачок. И мои чудесные, проходит время, ну, год, да, после того, как я пришла в методику Суперджам, и тут мы узнаем, что я в положении, представляете? Вот это чудеса, награда просто вселенская. И сегодня я просто хочу обратиться к каждой женщине. Мне есть много что сказать, абсолютно много что сказать, но хочу сказать, милые дамы, на самом деле хватит одевать штаны. Да? Сегодня каждая женщина приучила себя одевать штаны и переть против мироздания. Ни в коем разе этого делать не нужно. Сегодня важно соблюдать волшебный поток, который вас воссоединяет. Хотите быть полноценными в отношениях, в экологичных отношениях, значит, надо учиться быть женщиной. Жизнь для того и дана, чтобы учиться ошибаться и чтобы учиться учиться. Понимаете, уметь учиться. И вот это состояние ваше, сегодня вот методика, она реально это дарует. Суперджамп, твори чудеса.
Суперджамп вам дает тот самое необходимое, как говорится, знание – это благо, все остальное от лукавого. Сегодня невежество погружает просто людей во тьму. Поэтому, чтобы сегодня восстановить себя в первую очередь и наладить отношения, отношения превыше всего, экологию, вы внедряете чистую экологию. И когда женщина, она любит творить, она вдохновитель, как я уже сказала, она ведущая. И сегодня очень важно, милые дамы, быть именно такой. Потому что мужчины рядом с вами будут заботой у Творца всегда. И они придут. И ваши мечты станут явными. Это 100%. Главное всегда что? Ваша важная составляющая. А остальное вопрос только во времени. Я благодарю и славлю абсолютно каждого. Сейчас хочу передать микрофон, а то я буду говорить долго. Я хочу передать своему волшебнику, своему драгоценнейшему, прекрасному мужу. Вот, и, конечно, потом еще на обратную, чтобы я поблагодарила всю нашу педагогическую составляющую, потому что это очень важно. Благодаря каждому наставнику, педагогу я расту, наша семья растет, наша команда растет, и это очень круто, и за это большая благодарность. Я хочу и передаю своему мужу Мухтару Ахамбаеву, ярчайший мультимиллиардер, это вообще просто уникальный человек на планете Земля, который действительно заботой Творца ворвался в мою жизнь. Принимай, родное мое сердце. Ура, ура! Самый величайший во все времена и первое место в мире — наша историческая судьба. Благодарю тебя, моя ярчайшая, фееричная царица, императрица, моя любимая супруга Есения. Ну что, родные сердца, всех приветствую. Приветствую наших наставников Расула Дулкашева, Наталью Благословенную. Благодарю вас за эту возможность. Благодарю всех королей и королев, всех, кто сегодня присутствует. Уделил немного драгоценнейшего своего времени на эту встречу. Меня зовут Ахамбаев Мухтар, мне 37 лет, я из города Северного Казахстана, из города Костанай. Сейчас проживаю в городе Караганда вместе со своей дражайшей супругой. На протяжении 5 лет я являюсь MLM-предпринимателем, поднялся абсолютно с нуля, когда-то уехал с маленького города Костанай в город Казань. Вот. У меня всегда была, это, скорее всего, была не мечта, а цель, да. Я хотел так вот утром проснуться, взять глобус, крутануть его и там, не глядя, пальцем тыкнуть. В какую точку попаду, беру билет вечером и лечу. И отдыхаю в свое удовольствие. Когда я уехал ни с чем в город Казань, с города Костанай, прошло 2 года. Я утром, прекраснейшее утро, просыпаюсь. И я осознаю, я открываю свой телефон, заглядываю свой чек, и я осознаю, что я сейчас могу крутануть глобус, тыкнуть пальцем и попасть в любую точку мира. И тут же вечером, если будет билет на самолет, полечу туда. Да? Благодаря, конечно же, моим усилиям, благодаря моей работе, в первую очередь, над собой и так далее. Сейчас об этом я немного расскажу. И тут в один прекрасный вечер, сидя в городе, в прекрасном городе Казань, мне звонит мой друг. И говорит: Мухтар, ты же работаешь над собой, а я уже глобус-то кручу, корона вот такая, понимаете, сижу. Ты знаешь, Хват, я, в принципе, уже не так сильно работаю над собой, как бы у меня все нормально, точка А моя вообще суперская. Он говорит: ты знаешь, все-таки тебе надо сегодня попасть на Zoom и послушать одного человека. Есть методика, он мне коряво объяснил, сразу могу сказать, но он был для меня авторитетом, потому что это мой друг. И он мне говорит: есть одна методика, которая позволяет тебе прокачаться там во всех отношениях. Я хотел отказаться. Почему? Потому что у меня были мысли, в тот момент это у меня были мысли полететь куда-нибудь в жаркие страны, отдохнуть, да? Не хвастаюсь ни в коем случае, просто это были реальные мысли. И тут я вспомнил слова моего учителя, который учил меня, когда я зашел в бизнес. Он сказал: Мухтар, ты всегда должен иметь пустую чашу. Ты всегда должен заливать себе в голову то, что тебе приходит. И если тебе это как-то интересно, ты должен это проверить и понять, да или нет.
И понимаете, эта мысль, она не случайно ко мне в тот момент пришла. Я говорю, а ну давай. Через 2 часа мы выходим в Zoom, и я вижу прекрасную девушку Есения, которая рассказывает мне про методику Superjump. Сразу могу сказать, родные сердца, методика меня заинтересовала, потому что она была подана действительно сладко со стороны Есении, но в большей степени меня заинтересовала сама Есения. На следующий день я беру билет на самолет, лечу в город Астана, со стороны в город Караганда. Да, мы встречаемся с Есенией, общаемся. Я смотрю, что это непростая девушка. Ну и говорю, ну хорошо, оплачиваю абонемент. И говорю, ну давайте, посмотрим, что у вас там за методика. В первый же день тренировки, после 10 минут смеха, родные сердца, я могу сказать, я ненавидел всех. Сразу говорю, это реальный отзыв. После 10 минут смеха я ненавидел всех. И тут приходит вторая судьбоносная мысль в мою голову. Мне вспоминается мой же учитель, величайший лидер своего времени. Он мне однажды тоже сказал: «Мухтар, за каждым сопротивлением идет колоссальный рост. И чем больше сопротивления, тем больше рост». И я вспомнил эти слова, понимаете, на 11-ю минуту, когда этот, в кавычках, сумасшедший смех закончился, когда я в таком раздрайве, я вспоминаю его слова, понимаете, и думаю, вот это мощь. На тот момент, поверьте, родные сердца, за 2 года в чужом городе, на холодных контактах, я дошел до того момента, когда мог крутить глобус, да, вот что и желаю каждому из вас. Поверьте, я не просто так пришел к этому результату, я работал очень сильно над собой, я проходил мастерки НЛП, это не реклама, ничего, просто я говорю о том, что было очень много методик, которые я проходил. Я никогда не чувствовал такого сопротивления, сразу могу сказать. И я такой встал, меня как будто окатили холодной водой, да, как наше величайшее упражнение. И я понял, вот это мощь, вот это сопротивление. Здесь, Мухтар, с этого момента так скрупулезно, точечно все изучай. И я начал проходить все жемчужины. Сейчас, пройдя вот это вот благословенное время, я понимаю и с уверенностью, аргументированно, родные сердца, могу сказать, что эта методика на данный момент самая лучшая методика, которую я встречал. Она проста и гениальна. Я могу аргументированно сказать, почему. На протяжении 2-2,5 лет, когда я работал над собой, у меня образовалась большая команда, да, и то, что я проходил через себя, я все даровал и обучал свою команду. Да? И результаты там были очень хорошие. И что произошло? Я вроде бы обучаю команду одной вещи, но у них какое-то направление хромает. А потом в какой-то этап я ударился в финансы. Да? Я начал обучать финансовому планированию, созданию финансового там, портфеля безопасности и так далее, и тому подобное. Люди получали деньги, но там здоровье, либо отношения хромали. Не могу понять, что такое. Я вроде это даю, то даю, третье даю, что-то не хватает. Что-то все-таки хромает. Понимаете? И когда я прошел методику Superjump, я понял, что пазлы сошлись, их не разъединить сейчас, они сошлись, и что получается? Естественно, наслушавшись в YouTube, да, всевозможные коучи, которые говорили, что успешных людей отличает только энергия, да, не интеллект и так далее, только наличие энергии, я, естественно, вытащил очень много методик, которые позволяют мне сгенерировать энергию и передавал это людям. Но у меня было на тот момент то, что не было у моей, по сути, команды. Почему? Потому что, ну, они были на местах, они были все на родине. У них не было того сильного энтузиазма, который был у меня. Да? Вот. И этот энтузиазм позволял мне получать то недостающее, что я нашел в методике Superjump. Сейчас очень внимательно, ребят. Вот. Что произошло? Когда мои люди нарабатывали энергию, они в моменте позволяли наполнить свой сосуд и направлять эту энергию туда, куда они хотят, да? Допустим, в определенные цели, мечты.
Но они позволяли себе внести в этот сосуд информационно яд. Понимаете? Они позволяли очернять эту энергию. И что происходило? Происходил абсолютно обратный эффект. Мы с этого сосуда наработали энергию, мы с этого сосуда берем и транслируем на социум, да, в пространство, туда, куда мы хотим. Однако, если энергия отрицательная, сразу могу сказать, она отталкивает. Если энергия положительная, она привлекает в десятикратном размере. Вот это я нашел в суперджампе. Помимо упражнений, которые дают колоссальный поток энергии, упражнения, которые позволяют направить эту энергию, и самое главное, направить эту энергию в позитивном формате. И это очень круто. И когда я прошел первую, вторую, третью тренировку, когда я это понял, я сказал, вот она, ребята, я нашел то, что искал. Теперь, родные сердца, я скажу по поводу того, что то, что я искал. Конечно, многие из вас, да все из вас слышали такое понятие, как «найди свое предназначение в жизни». Что ты хочешь? Знаете, много лет я искал это, не мог найти. Ну что, в чем мое предназначение? И однажды я услышал высказывание, я не помню же, кто это высказал, но высказывание одного человека, это было в офлайн, не в онлайне, не в обучении. Он сказал, друзья, если вы что-то делаете, и у вас вырастают от этого крылья, вы испытываете, извиняюсь за выражение, мой французский, такой кайф, вы испытываете такое вдохновение, это ваша миссия, ваше предназначение, да, и воля Творца. И когда я это услышал, я вспомнил свои школьные годы, шестой класс, ребята, шестой класс. Я учился очень хорошо, я закончил с 1/4 школу, да, преподаватель математики мне дал вообще прозвище Пифагор, потому что математику я щелкал, как семечки, да, вот. И однажды со мной посадили одного мальчика, который просто не успевал. Просто он был, ну, слабеньким троечником. И я это смотрел месяц-два, и потом думал, дай-ка я ему помогу. И я начал с ним помогать, ему работать с ним, да, с ним работать. И когда он закончил четверть с одной тройкой. И когда он пришел и начал меня благодарить, у меня выросли крылья. Я понял, что мое предназначение – это помогать людям. То есть потом, в дальнейшем, я понял, что все мои таланты, все то, что у меня есть, то, что есть и у вас, да, они даны не просто так, а для того, чтобы мы их использовали, да. И тогда меня осенило, у меня выросли крылья. И тогда я начал помогать в своем классе всем, кто не успевал, ну, кто принимал мою помощь, да. И я себя так классно чувствовал, да. Эта энергия еще больше поднялась, и моя успеваемость стала выше, хотя я прилагал те же усилия, да. То есть успеваемость увеличилась у меня в том плане, что я начал больше впитывать. То есть не больше впитывать, я начал с большей легкостью впитывать информацию в себя. Да? Бывало такое, что я даже не учил домашнее задание, да, а просто-напросто ходил и отвечал. К чему я это говорю, дорогие мои? К тому, что я тогда понял свое предназначение. И, родные сердца, я думаю, что сегодня этот лайфхак залетит многим из вас. Почему? Потому что вы оглянетесь на свою жизнь и поймете, то дело, которое доставляло вам удовольствие, и от которого у вас росли крылья, это ваше предназначение. Я даже могу больше сказать, что те все присутствующие сегодня в этой великолепной встрече, да, они собраны здесь не просто так. Все вы своего рода, какого-то рода целители, люди, которые помогают себе и просто помогают людям и выполняют миссию Творца, выполняют миссию нашей великолепной компании, нашей ассоциации Суперджамп и выполняют свою миссию. Три в одном. Когда-нибудь убивали троих зайцев сразу? Вот, пожалуйста, это именно сейчас. Далее, что произошло? Я понял свою миссию, и я начал искать.
Почему я вот, ну, думаете, да, почему я там помогал людям, да, там, помогал своим партнерам? Ребята, попробуйте это рабочая тема. Попробуйте это рабочая тема. А вот, вот это попробуйте, это вообще крутая тема, да. Почему я искал? Но не хватало чего-то. Чего-то не хватало. И это чего-то, да, я уже сказал об этом, да, и это нашел я в Superjump, да, в методике Superjump. Мои пазлы сошлись, я понял свое предназначение, и сейчас мы помогаем людям. Я не знаю сейчас, какой размах моих крыльев, потому что, слава Всевышнему, у нас большая команда, мы работаем с ним. Вы понимаете, какой действительно кайф, когда тебя благодарят. Да? Это, кстати, между прочим, в мироздании Вселенной, мироздании этой жизни, мы делаем по значимости второе, по значимости вещь, которая просто-напросто открывает все дороги в жизни. Да, мы не говорим о религии, но первое, естественно, это когда мы помогаем, посредством нас люди приходят к Богу. Да? Кстати, между прочим, духовность развивается, и у нас есть результаты, когда люди действительно приходят к Богу. Но мы не об этом. Наша ассоциация не говорит о религии. Так, далее. Я нашел свое предназначение, да. Я нашел свою фееричную царицу, мою императрицу, любимую мою супругу, да. Я вам сейчас скажу одну вещь, которая просто-напросто дала мне понимание, вот это да. За 10 лет до нашей встречи с Есенией я стоял и молился, я просил, чтобы в мою жизнь пришла девушка невысокого роста, худенькая, красивая, темноволосая девушка, фееричный, и чтобы мы с ней были как, знаете, вот так вот, я люблю вот это выражение, сошлись пазлы, все, ни миллиметра влево, ни миллиметра вправо, все, вот здесь, понимаете? И когда Есения пришла в мою жизнь, да, по моему запросу через 10 лет, да, это было что-то. Я не знал, что делать, но я у одного человека спрашивал, это она, да, это она? Да, 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 это она. И она пришла в мою жизнь, я благодарю Всевышнего, благодарю Superjam, благодарю нашего гениальнейшего основателя Владимира Довганя, величайший человек, просто легендарный, ребята. Далее, это, по сути, мои результаты, которые я получил. Теперь я скажу, что получите вы. А, вот еще один момент. Когда я искал, вот эти вот, когда пазлы сошлись, да, я понял, да, когда я посмотрел, изучил миссию, компанию, я думал, а как же мы еще с другим, то есть мы очищаем людей от невежества. Да? Мы очищаем людей, то есть очищаем эту планету. Я думал, какой же сакральный смысл в этом? А сакральный смысл, мои друзья, в том, что и как раз вы одно из тех моментов, которые я скажу, что вы получите. Да? А сакральный смысл в том, что меняется наша энергия, наше состояние, да? В первую очередь. Каждый из нас, это как вот недавно скинули ролик, у меня еще один лайфхак залетел, да, инсайт. Каждый из нас – это маленькая электростанция. И когда эта маленькая электростанция выдает положительную энергию, оно меняет все вокруг. И чем больше энергии у человека, тем больше его движений, он в своем социуме меняет все вокруг. Вплоть до мыслей людей, которые находятся рядом с вами. Я на себе это проверил. Однажды, уже будучи в методике Superjump 2 месяца, я поехал в Астану на встречу. Меня встретили 3 девушки, и мы начали с ними разговаривать. Общаемся, я что-то между собой переглядываюсь. Так, ну, и потом, когда мы попили чай, поговорили, все, они выходят и говорят, Мухтар, ушли, все, попрощались, уехали. Одна мне пишет, Мухтар, ты что, целитель, что ли? Я говорю, в смысле, я целитель? Ты представляешь, мы сидели, тебя ждали, у нас у троих болела голова. И были какие-то непонятные мысли, мы какие-то были раздражены и так далее. Когда мы с тобой 40 минут пообщались, у нас перестала болеть голова,
и все, и все нормально стало. Ты целитель? Я говорю, нет, я не целитель. Понимаете, это энергия. Что я, вот, то есть нам показывает, да, нам показывает, что происходит. Что произошло? Моя энергия, которую я выработал, сгенерировал, сохранил в позитивном формате от упражнений методики Суперджамп, она просто трансформировала вокруг меня этих людей, этих прекрасных девушек. Понимаете? Слышали, кто-то ролик скидывал, уже не помню, там информации-то очень много. Кто-то скидывал ролик, что когда в одном месте собираются люди с положительной энергией, с позитивной энергией в этой местности, да, в этом городе, там меньше преступлений, меньше катаклизмов и так далее и тому подобное. Ребята, когда вы выполняете все упражнения с любовью и благодарностью, на это всего лишь надо 30 минут. 30 минут в день, чтобы быть, как я люблю говорить, вне конкуренции, ребята. Абсолютно вне конкуренции. Я сейчас скажу, почему я так говорю. 30 минут в день вы меняете себя, а от этого меняется весь мир, потому что мы маленькая электростанция, мы транслируем туда, и это по закону бумеранга возвращается к нам. Я думаю, 8 упражнений я выполняю. Почему у людей налаживаются 3 основные приоритетные темы? Отношения, здоровье, деньги. Каким образом? Что за чудо? Оказывается, опять же, пусть простит меня величайший легендарный наш основатель Владимир Довгань, пусть не судят меня строго наши величайшие наставники Расул Звукашев и Наталья Благословенная, я чуть-чуть скажу. В Священном Писании написано, Господь Бог не изменит положение дел, пока ты не изменишься сам. Я очень долго думал, как это происходит, как изменить себя. Вот как изменить себя? Изменить мышление, что я не знаю, изменить тело. Оказывается, изменить энергию. Когда мы меняемся благодаря методике Суперджамп внутри, а историю про маленькую электростанцию вы уже знаете, мы начинаем эту энергию транслировать. Людям становится легче, у них проходят там маленькие недомогания, да, ну, зависит от вашей силы еще, от вашей энергии, вот, и от вашего упражнения, сколько вы их выполняете. Между прочим, это очень важно. И у них пропадают плохие мысли. У них появляются благословенные мысли, эти люди идут и дальше творят благо, творят добро. Да? Неважно, на какой период, на час, на два, на три, может быть, на день, а может быть, изменяются полностью и так далее. Да? И когда мы это делаем, мы меняем внутри, меняемся внутри, меняем людей, и все знают, что такое закон бумеранга. Он к нам возвращается. Понимаете, что вы получаете, ребята? Вы получаете, благодаря простым упражнениям, неоценимые вещи. Теперь по поводу вне конкуренции. Я могу с уверенностью сказать, аргументированно проверить на себе и сказать вам, что я помню, как я себя чувствовал, какую мощь я чувствовал до и после. Я уже говорил, что я прокачивался, я говорил, что я не просто так достиг там, тому моменту, когда я могу вращать глобус и так далее. Да. Что произошло? То есть я работал над собой, и те люди, которые приходят в методику, они используют наши упражнения, неважно на каком этапе. Поймите, в методику приходят не только когда в разбитом состоянии все люди. Да? Не думайте, что здесь собрались одни только раненые люди. Нет, ни в коем случае. Я пришел, моя точка была на пике. Запомните это выражение, да, я мог вращать глобус. Понимаете? Я был на пике. По сути, молодой парень, зачем мне это нужно, да? В методику приходят и такие люди. Когда люди приходят на разом, в разных состояниях, в разных социальных статусах в методику Суперджамп, они усиливают благодаря методике и упражнениям все свои, как сейчас можно говорить, скиллы, то есть все свои навыки, знания, весь свой потенциал. Усиливаются. Если ты был главой администрации, ты станешь мэром. Если ты был министром, ты станешь премьер-министром, понимаете? Если ты был замдиректором, ты станешь директором. То есть неважно, на каком этапе вы прокачиваете на тот момент все свои скиллы, все твои навыки, знания и так далее. Что вы получаете? Далее. Здоровье однозначно.
Здоровье однозначно. У нас вот есть девушка, ну, результатов-то очень много. У нас есть девушка, она, ну, я бы сказал так, полублогер, да? Она ведет свой Инстаграм, но не так активно, но ведет красиво, красочно, и все это профессионально, в принципе, это делает. Она, когда начала проходить методику, через 2 недели ей начали в Инстаграме писать: «Ардах, что с тобой произошло? Ты пользуешься какой-то косметикой новой? Что такое? Что случилось?» Она начала светиться изнутри, понимаете? Еще больше. Еще больше, понимаете? То есть люди начинают замечать изменения вашей внешности, да? Уже даже через монитор телефона или ноутбука, понимаете, да? А когда люди встречаются вот так вот наяву, ну, просто-напросто все: «Вау, что случилось? Ну-ка, я тоже хочу, что случилось? Ну-ка, давайте, говорите». Ребята, в течение месяца будут колоссальные результаты по поводу здоровья. Вы, то есть, ну, купите, наверное, самую крутую косметику в этом мире, которой пользовалась Клеопатра. Вы действительно становитесь царицей, да? Купаетесь в молоке. Это мощно, просто-напросто омолаживает. Да? Далее, что происходит? Финанс. Конечно же, финанс. То есть финансы приходят однозначно. Ну, результатов очень много, про финансов много говорить не буду. Результатов очень много. Начинают просто-напросто сыпаться, так далее. Так потом, ну, если человек грамотно выполняет упражнение, грамотно направляет энергию туда, куда нужно. Отношения, ну, отношения, конечно же, понимаете, отношения изменяются просто-напросто. Почему? Потому что, опять же, благостная энергия, понимаете? Все мы знаем, что такое конфетно-букетный период, да? Да-да-да, сладкий такой период. И когда вы проходите методику супер-джамп, да, если вы замужем или вы женаты, да, когда вы выполняете методику со своим супругой или со своей супругой, поверьте мне, этот период возвратится. И до того момента, пока вы не перестанете выполнять эти тренировки, не перестанете быть в фокусе, этот период будет продолжаться. Кто хочет, ребята, чтобы конфетно-букетный период продолжался вечно? Дайте лайки. Это круто. Я благодарю вас от всей души, что вы позволили мне сегодня поделиться своей энергией, своими результатами. Я очень благодарю вас, что у всех, у кого есть сейчас открыта камера, у всех улыбки такие, понимаете? Я вас из чистого сердца благодарю, вот, благодарю и славлю. И передаю этот величайший микрофон, усыпанный бриллиантами, самоцветами. Кому? Наталья Благословенна, вам, да? Нет, я хотела сказать, пусть она еще скажет. Своей дружащей, царице, императрице, царице 4 сторон света, моей благословенной Есения Ахтамбаевой, супруга моя, прими, пожалуйста. Я же, если не доскажу, то не успокоюсь. Любовью с благодарностью принимаю, моя зажигалочка. Вот такой мудрец у меня в моем окружении присутствует. Я думаю, сегодня много для кого было полезным услышать от него столько важных моментов, которые действительно сопровождают нашу жизнь. Мои чудесные, но, конечно, я тоже делюсь лайфхаком. Да? В первую очередь для всех тех, у кого есть мечты, кто находится во Всемирной ассоциации интеллект-тренеров нашей методологии «Суперджамп», наша уникальная и в то же время простая, потому что она этим и удивляет, и завораживает. Главное, 1000% выполнение, и все будет в ажуре. И, конечно же, если у кого-то нет мечт, да, это не страшно, потому что каждый интеллект-тренер вас научит мечтать. Что самое интересное, заплыв делайте мощный суперджамп сейчас, да, все абсолютно, чтобы сбылись все ваши мечты. Что нужно делать для того, чтобы сбывались мечты? Как до этого я сказала, это энергия, как мой драгоценнейший Мухтар, любимка Бога и благословенный, тоже отметил самое важное, что все дело в энергии. Когда вы находитесь на таких волшебных встречах, как сейчас, как это, как любая ваша интеллект-тренировка, которую вы будете проходить в суперджамп, то обязательно берите ручку, тетрадь и просто пишите и переписывайте свои мечты.
когда в этом эгрегоре, когда в этом симбиозе вот эта спираль закручивается, вот этот масштаб, когда у вас поднимаются все антенки на ваших руках, это есть волшебство. И для вас оно сыграет самую волшебную, позитивную и благую роль, потому что все ваши мечты начнут сбываться со скоростью света. Родные сердца, ловите лайфхак. Следующий момент, ну, буду завершать, потому что, вы знаете, мои чудесные, на самом деле в жизни все очень прекрасно и просто. Сегодня берите руку помощи тех, кто сегодня вам протягивает. Это суперджам тянется к вам по вашему личному запросу, кто сегодня впервые на нашей встрече, кто посмотрит эту запись. И это не просто так, что сегодня к вам взламывают дверь. Теперь вы начните обратно взламывать и стучаться к тем людям, которые действительно сегодня вам даровали такой путь. Потому что это самый короткий путь к самому себе, к своей счастливой жизни, ко всем восстановлениям ваших всех сфер. Будет просто мощнейший квантовый скачок. И это 100%, потому что тысячи людей уже подтверждают это, десятки тысяч людей. Ну и, конечно же, я хочу поблагодарить от чистого сердца нашу всю педагогическую составляющую. В первую очередь, это Владимира Викторовича Довганя за такую волшебную 8 жемчужин, которые действительно творят чудеса с каждым человеком, быстро и просто за 10 дней. Хочу поблагодарить также Петра Силкина, это президент, который основает, ну, вместе содержит нашу педагогическую составляющую, нашу методику. Ну и, конечно же, всю нашу корпорацию. Это все наставники, Расул Зулкашев, это наша драгоценнейшая Наталья Ветрова, Айше Доскали, у нас Алексей Квашнин, Егор Белозеров, понимаете? Все-все-все, мы у всех учимся, это для нас такая награда. И вы знаете, это большое счастье. Когда у вас есть такие единомышленники, когда есть такие легендарные личности, которые стремятся делать одно благое дело. Мы сегодня ради всего, на самом деле, нашей всей планеты, да, делаем, как есть один такой ролик, да, как вот Мухтар сказал, одна такая инстанция, которая заряжается, и сегодня каждый из вас является источником очищения нашей планеты от невежества. Так давайте зажигать свои сердца еще больше, даровать это счастье в каждый дом и в каждое сердце, экологию внедрять в дом, в каждый дом. И, конечно же, я благодарю нашу команду, потому что наша команда процветает, и я желаю, чтобы она процветала еще больше. Это действительно у нас выдающиеся тренера рождаются, которые сегодня пробуждают столько людей, которые творят чудеса. Ну и, конечно же, люблю всех и благодарю, кто сегодня присутствует на этой волшебной встрече, славлю. Люблю, всем сердцем обнимаю и, конечно, желаю, чтобы каждый из вас благодарил свое прошлое, верил в свое грядущее настоящее и, конечно же, прокладывал дорогу в свое будущее, потому что это самая важная, неотъемлемая часть нашей жизни. Живем только будущим, а прошлое смотрим только с благодарностью, а по сторонам всегда с любовью. Ну все, передаю драгоценнейшей, благословенной нашей Наталье Ветровой этот волшебный, разгоряченный такой микрофон. Я благодарю Наталью за то, что вы пригласили нас на эту изумительную, величайшую встречу, историческую причем, которая оставит великий след в истории всего человечества. Благодарю чистого сердца за вашу силу, за вашу светлость, за ваш океан просто доброты и то, что вы такая благословенная. Принимайте обратно микрофон. Ура, ура! Ксения, Мухтар, я в восторге от вас, ребята. Я вас слушала на одном дыхании. Каждое слово, оно просто залетало в сердце. Какой в моей команде мужчина! Я так хочу расселить мужчины. Тут я слышу, я говорю, Господи, почему? Все, ребят, я вас теперь не оставлю, имейте в виду. Теперь вы мешать будете постоянно. Это такая энергия, это такая мощь, это такая любовь через вас. И когда вы называете друг друга благословенная, вы видите, я Наталья Ветрова благословенная, и тут я слышу родные души, родные сердца. Я вас обожаю, вы классные, я вам желаю действительно Божьих благословений вашей семье, вашему будущему ребенку. Это чудо, просто чудеса. Вы видите, какие чудеса? Знаете, я помню Сеню, как она пришла. Это красивая молодая девушка. И когда я узнала, что она не замужем,
Я думаю, как такая красивая, не замужем? Как так может быть? Я не понимала. Оказывается, она ждала Мухтара. Вот это единственное неповторимое. Вы знаете, дорогие мои, самое важное – дождаться. Смотрите, Бог его готовил, и Бог ее готовил. Как он их подготовил, как он их обчесал, какие бриллианты у них сделал, и он их соединил. Представьте, а мы так часто спешим куда-то. Вот нам нужно не спешить. И вы знаете, методика суперджампа, она обтачивает вот эти бриллианты. Если кто хочет замуж, вам надо на обточку бриллиантов суперджамп, на подготовку – стать хорошей женой, стать хорошим мужем, и потом встретиться. Мне понравилось, как Мухтар сказал, и вот так, и ни одной нигде щелочки нету, один в один. Представьте, как это стило. Я просто слушала, ребята, я вами восхищаюсь. Я так рада за вас, вы такие искренние, вы такие классные, вы такие мощные, вы такие сильные, у вас столько любви, у вас столько энергии, и я знаю, что вы откроете быстро 20-й ранг. У вас сейчас команда просто полетит. Вы сейчас по рангам просто как вихрь со скоростью света. Я вам желаю, знаете, миллионы долларов. Я вам желаю большой, огромной команды международной. Вы знаете, ваше выступление, думаю, ни одно сердце сегодня не оставило равнодушным. Ни одного человека, кто услышит эту презентацию, не оставит равнодушным. И каждый скажет, вау, я тоже хочу найти свою фаламинку, потому что я знаю, многие женщины, многие мужчины, они в поисках, они ищут. У многих диагноз бесплодия, они не могут рожать, они бегают. У многих нет энергии, у многих нет отношений, нет денег. А тут приходит все. Тут вы становитесь бриллиантом. Посмотрите на эти два бриллианта. Как они сошлись, как они сияют, родные сердца, родная семья. Как я счастлива, что эти бриллианты в моей команде. Я так счастлива, я правда. Я вас обожаю, ребята. Поэтому имейте в виду, каждую неделю вы теперь будете вещать. И школы ждем от вас. Мухтар, ты просто мощь и сила. Нам нужны твои школы, нам нужна твоя энергия. Я просто хочу учиться от тебя. Ты столько можешь научить. И Сеня, ты красоточка, я знаю, тебе скоро уже рожать. Тебя сильно мы, конечно, трогать не так будем. Но твоего мужа, я думаю, ты нам разрешишь. Правда, я у тебя спрашиваю прощения, разрешения, чтобы он нас учил, чтобы он нас направлял, чтобы мужчины приходили в нашу команду, и они видели, каким можно стать. Представьте, как это круто, как это мощно, родные сердца, родная семья. Я восхищаюсь вами. Боже, как я хочу слышать много таких историй любви, как ваша огненная, мощная, сильная, красивая история любви. Вы такие солнечные, вы такие яркие, вы такие лучезарные, вы такие благословенные, родные души, родные сердца. У вас такие сердца, у вас так много Бога. Мне так это нравится, что вы не черствые, не какие-то, а вас Бог, знаете, через вас сегодня сам Бог говорил, и он касался каждого сердца, это так классно. И когда говорят, там о Боге нельзя говорить, родные сердца, вы знаете меня, я часто говорю о Боге. И методика суперджамп, это небесная программа, это с самого неба программа на землю пришла, понимаете? У меня один пастор проходил методику, он сказал, Наташа, это небесная программа, это небесная программа, и мы сейчас с пастором этим проводим тренировки, знаете, и мы понимаем, что это нужно каждому человеку, это нужно в каждый дом. Вот именно методика суперджамп, она поможет нам измениться. Понимаете, сам Бог даже нам не поможет, если мы ничего делать не будем. Мы часто молимся, Господи, ну помоги то-то-то. Бог говорит, ты сделай, ты стань хозяином своих мыслей, ты стань хозяином своих чувств, ты начинай радоваться, понимаете, дорогие мои, Бог не будет это за вас делать, поэтому нам нужна эта небесная программа, поэтому, родные сердца, я вас так благодарю, Мухтар, благодарю, ты крутой, ты классный, ты сильный, ты пример для многих мужчин. Я хочу, чтобы много таких мужчин стало, как ты. Правда, вот мало таких мужчин, как ты. И вот я просто горжусь тем, что в моей команде такая семейная, благословенная пара, как Есения и Мухтар. Такие красивые имена, такие красивые лица, такие лучезарные, такие энергичные, такие сильные и мощные лидеры. Лидеры, вы уже легенды, ребята, вы уже триумфаторы, вы уже чемпионы, вы уже победитель. Вы просто сегодня сделали такой триумф. Это только начало. И ваша презентация, она разойдется. И благодаря вашей истории вы спасете много потерянных
потерянных душ. Вы зажжете много потухших сердец. Я благодарю вас, ребята. Да, что все, я от вас не отстану. Теперь имейте в виду, как я раньше этого не знала. Это просто истинно. Красоточка моя, как я рада за тот звонок, когда мы с тобой созвонились, и ты мне все рассказал. Это прям круто было. Все, родные сердца, что я хочу в конце сказать. Я знаю, что ты, может, первый раз услышал это. Ты скажешь, ну да, я услышал, да, я хочу, и что дальше? А дальше тот, кто тебя пригласил, или тот, кто дал тебе ссылку на этот ролик, так как этот ролик пойдет с разными ссылочками, да, то есть ты идешь именно к этому человеку, кто дал тебе этот ролик, да, и говоришь, я хочу записаться на методику Суперджамп, я хочу эти 8 секретов, я хочу эти 8 жемчужин, я хочу эти бриллианты, я хочу стать сама бриллиантом, как мне это сделать? И записывайтесь, родные сердца, и ваша жизнь изменится, и вы никогда после прохождения методики не останетесь на том уровне, на котором вы были. Поэтому всех благодарю, всех люблю, вы все такие классные, всем желаю счастья, мира, радости, любви, энергии. Я просто в восторге, ребята, от вас. Благодарю, благодарю. И благодарю всех, кто пришел, всех, кто услышал. Так здорово, так классно. Вы молодцы, что вы уделили время, или вы уделили время посмотреть этот ролик. И я думаю, он не оставит вас равнодушным. И вы обязательно захотите изменить свою жизнь, как изменил Мухтар, как изменила Есения, и как много тысяч людей благодаря методике Суперджамп изменили свою жизнь. Так что удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. И мы величайшие во все времена, и 100 тысяч долларов за 150 дней – это наша судьба. Все, дорогие, благодарю, благословляю всех. Полетели зажигать потухшие сердца и делать такие бриллианты. Как сегодня мы увидели историю любви, мои дорогие. Все, с Богом всех. Благословляю. Супер.